Фу, блин. Всем привет, сегодня у меня новое видео. Блин, конечно же, я огорчен. Много чем огорчен, но я все равно буду продолжать снимать видео, так как YouTube урезал конкретно мои просмотры. Но я все равно для вас снимаю видео каждый день. Ну, были там несколько выходных, но вы тоже меня должны понять, я должен восстановиться. Поэтому ставь тут лайк обязательно. И спрашивай в комментариях какой-нибудь свой вопрос. По-любому всех вас, ребята, интересует какой-нибудь вопрос. Поэтому я хочу вам сказать, пишите мне в комментарии свои вопросы, так как пока у меня нет времени всем отвечать. Поэтому простите тех, кто на меня огорчились. Итак, ребята, сегодня хочу для вас заснять видео. Это не побег, но все равно, блин, я договорился с одной девчонкой. Что-то поснимать такое, типа, я там беру ее, там подкидываю, делаю сальто там об нее. Вот типа такого. Так как всех побеги заебали, и он не приносит много... Много просмотров вообще не приносит. Ну, не знаю, многие просят, но когда я снимаю побег, он ни хрена не набирает. Сейчас я думаю о новом контенте и думаю, что будет снять. Блин, где же она? Мы с ней уже договорились встретиться в 3 часа, но я опоздал чуть-чуть. Опоздал реально на 30 минут. И теперь надо ее найти. Вроде бы, сука, сказал же я тут-то быть. Надеюсь, она не на заброшке. Скоро на моем канале вы увидите трейн-хоп. Вот пойдет еще снег чуть-чуть, и реально я буду делать сальто с поезда. Если ты ждешь это видео, поставь тут лайк. Я посмотрю, сколько лайков. И если там наберется 1000 лайков сразу, то я сразу же засниму для вас видео. И поэтому, блин, вот реально. Поэтому и сейчас я просто нуждаюсь именно в вашей поддержке. От вашей поддержки зависит все. От ваших комментариев тоже зависит. Вот я лайкаю каждый комментарии, кто мне оставляет, ну, правда, положительно, негативно я не лайкаю, поэтому я не отрубляю хейт в свою сторону. И если ты хочешь лайк от Васи Бойко на свой комментарий, то оставь его. И задай любой вопрос, я на все комментарии отвечаю. Конечно же, если там это вопросы не тупые будут. Бля, какие-то следы туда ведут. Что-то, бля. Надеюсь, она не там, блин. Еще прикол в том, то, что у нее села зарядка. Опа. Что-то сюда дофига, я не мужские. Я надеюсь, тут нету наркоманов. Потому что не хочу снимать побег. Рубашка чья-то. Смотрите, а тут, короче, упал лестница, вообще будет опасно находиться. Смотрите. Вы видите, вот прям, видите, вот. Оно может в любой момент обрушиться. Вот там прогнулось уже. Это по-любому упало. По себе. Не с человеческого фактора. Скоро это тоже упадет. Поэтому не ходите по заброшкам. Я вот много раз предупреждал. Я не одобряю. Вообще не одобряю данный контент. Но почему-то я его снимал. Ну, знаете, не хотя снимал побеги. Я вообще хотел снимать паркур. Кстати, я буду снимать побольше паркура для вас. Ну и обычные влоги, если вам это понравится. Так, а это меня уже не радует. Смотрите, сколько трупов. И следы свежие. Главное, чтобы не было охраны. Кто помнит, что тут стоял памятник? Смотрите, даже мемориальная табличка осталась. То есть они сняли, мрамор сперли. Да все воруют, ну. То ли охранники, то ли воры. Да, если охранники воруют, значит они воры. Они никакие не охранники. Надо быть аккуратным. Блин, почему я с собой, когда иду на заброшку, я не беру с собой ножик или другие средства защиты? Хотя нет, я же не дегенерат. Потому что был бы ножик, меня могли бы остановить менты.
или еще что хуже. Я могу кого-то убить и сесть, а я не хочу сидеть. Идти мне по следам или не идти? Вот поставь на паузу и напиши мне, идти, не идти. Если идти, то я пойду. Если не идти, то я не пойду. Нравится ли вам трэш или вам лучше сохранить мне жизнь, чтобы не было никаких травм? Вот смотрите, каждый кирпич может упасть на вашу голову, поэтому не ходите. Песочков. Всякий случай. Столько следов тут. Казалось. Иди сюда, вон. Давай. Как ты там оказалась вообще? Я пошла просто, туда меня позвали. Я пошла, и меня схватил. Я смотрю, кто-то стоит там. Я иду, короче, думала, типа, это друг, который меня позвал. Смотрю, короче, он меня схватил, непонятно кто. Если сказал, он... блин, жди меня там возле моста. Потом что-нибудь поснимали такое нормально. Нет? Блять, пришел, жду тебя еще. Я думал, на 30 минут опоздал, это нормально? Типа, дождешься? Думал, вообще ты домой ушла. Оказывается, нет. Бля, сколько раз повторял, блин. Не ходите так. А ты тоже вот. Я тебя тоже предупреждал, я тоже. Я знала, столько раз была, там вроде никого не подбил. А то, что тот случай, когда со второго этажа прыгал, я тебя этот. Ничего не научил, да? Это было летом. Летом было. А зимой, типа, это. Все в спячку уходят, да? Да. Маньяки, наркоманы, да? Ну капец. Ребята, вот она меня не слушается, может быть, она послушается вас. Пишите вот по ссылке в ее инстаграм. Девочка,
не ходи по запрошкам, это плохо кончится, вот реально. А если из этого города, то ждите ее там. Короче, словите ее, накажете там, не знаю. Да, ей уже есть 18, поэтому вас не посадят. Нет, все!